Итак, народный артист России Денис Мацуев. Он выступал на лучших площадках мира, играл на Олимпиаде. Но такой сцены в его жизни, пожалуй, не было никогда. Наверняка. И уж он точно не выступал в сопровождении таких аккомпаниаторов. Флайборды – это те самые приспособления, с помощью которых ребята летают над водой. Летают они красиво, с этим не поспоришь, но смогут ли ребята выступить в роли такого живого эквалайзера, то есть летать в такт той музыке, которую будет играть Денис Мацуев, причем на небольшой поверхности, над небольшой вот этой гладью воды, не знаю. Это вопрос. Ну что, объявляй, Леш. Итак, первый в истории дуэт фортепиано и флайборда. Рояля и флайборда. Не пытайтесь повторить, просто смотрите. Thank you.